Приветствую вас, друзья! Ну вот, наконец, мы и на одной из наших чудесных горных речек доехали с трудами, с большими. На Енисее волна больше полуметра, но ничего, проехали. Конечно, потратил я больше времени, больше ушло топлива. Ну, будем надеяться, на рыбалку нам хватит. Вот, пока ехал, руки что-то замерзли, перчатки, к сожалению, не взял. Вот моя ошибка очередная. Увидел костровище старое, решил остановиться, разжечь его. Маленько отогреться, перекусить, пообедать и в бой. Дальше, выше, выше и выше. В общем, что, я поехал, а вы смотрите. Приятного вам просмотра. Такое живописное место, большой ручей. Попробую сейчас на мелкую блесну. Вот. Хочу поймать сега или линка, что попадется. Потому что тайменя в таком месте, скорее всего, не будет. Попробуем пока вот так. Ну, а дальше уже посмотрим. Ух ты! Не успел. Кто-то прыгнул за блесной. Первая проводка. Под ручьем тут стоит рыбка. Ну, вполне вероятно, что хариус. Опа, есть. Есть, кто-то попался, не крупный, и, скорее всего, это кариус. Конечно, хочется сега. Основная, в принципе, цель – половить сушков. Но, может быть, это
Сейчас посмотрим, ребята. О, а это ленок, небольшой леночек. Стой, родной. Сейчас мы тебя отпустим. Вот он. Ой, небольшой ленок, ребята. Красавец. Родственник все-таки тайменя, да? Беги. Беги, родной. Опа! Мы продолжаем. Ленок крутится. Тайменя, скорее всего, тут не будет. Половим, попробуем тайменя в другом месте. Сейчас задача поймать либо покрупнее ленка, либо сигов. Есть. Опять попался кто-то. Но сейчас, по-моему, совсем мелкий. Наверное, хариус. Наверное, хариус. Да, хариус. Вообще, смотрите. Таких хариусов я вообще 100 лет не ловил. Ну, тише. Вот такой малыш нам попался. Отпускаем, соответственно. Опа, есть, походу, ленок. Что-то крупненькое такое, относительно. Да, наверное. А, нет, хариус. Ребята, это хариус. Просто он гигантских размеров. Ну, возьмем. Вот он. Такой вот, с таким красивейшим плавником. Такой вот хрюзок. Возьму это на ужин. Посмотрим, что попадется, не попадется. Если что, уже будет что поесть. Немного сместился от ручья. Такая заводинка небольшая. Сик все-таки любит спокойные места в стороне от течения. Здесь очень вкусные сиги, крупные. Опа, есть. Кто-то там прям в начале проводки. Ну, небольшой хариус наверняка. Ну, хариус. Не крупный. Опа! Стой! Такой вот небольшой хрюзок. Беги. Ну вот, ребята, первое место, первый ручеек я обловил. Результат, конечно, не очень большой. Хотя, если продолжить рыбачить, рыбы еще будет. Вот, но нам надо найти большую концентрацию, поэтому мы сейчас продолжим движение. Так или иначе, в этом году попался первый ленок, с чем можно меня поздравить. Это здорово, такая бойкая, интересная рыба. Погнали дальше. Так, ну на новом месте попробуем сразу более большими приманками.
Может, тут рыбка быть покрупнее. Опа, есть, есть, ребята. И это, ух ты, блин, сход. Сход, ёк-макарёк, а. И это был уже не сик и не хариус подавно. Ну ладно. Как говорится, начало положено. Начало положено. Есть, есть. Кидал, кидал. Но это хариус мелкий. Ну, небольшой совсем. Откуда они тут? Зимой такие не попадались. Зимой тут хорошенькие были. Есть. Опять хариус, ну покрупнее вроде. Ну, это тоже съедобный товарищ. Опа. Так, нам попадет сегодня такой вот попался. Хочется сишка. Ну, этого возьмем. Опа. Опять небольшой хариус. Его тут, видимо, полно. А, не, нормальный. Вроде как ничего. Да не, отпустит, пожалуй, такого вот. Есть. Ну тут прям полно его. Только размер опять. Опа. Ну, не крупный совсем. Хариус, ну, я уверен, мы еще половим крупного. У нас времени еще завтра. Может быть, послезавтра посмотрим. Опа, есть. Красавец. Эх, хорошенький.
Ну, кто ждет, тут своего обязательно дождется. Вот он наш хороший хорёс. Но я хочу сига или линка. Поймаем. Ну, вот такой вот. Застала нас ночь немножко в необычном месте. Пошел ливень. Вот. Сейчас он кончился, в принципе. Маленько я не доехал до избы, но решил остановиться здесь, в этом увлекательном месте. Спать мы будем в палатке, а утром я покажу, где мы остановились. Обалдеть можно вообще. Ребята, обалдеть. Такое вот прекрасное место. Народ тут бывает. Шнур валяется розового цвета, не мой. 0,18, 0,16 примерно, окурки. В общем, люди тут бывают. Ну, это, собственно говоря, и заметно. Сейчас уже темно, не пойду, но утром покажу вам. Костра сегодня, к сожалению, не будет. Да и дождик, и вообще все так это самое. Как-то не так. Приготовим на плитке покушать. Ляжем, отдохнем. Устал я здорово, конечно. Дорога тяжелая. Проехали мы уже где-то около 150 километров. Интересно, захватывающе, здорово. Ну вот, ребята, встречаем вечер, ночь в палатке в нашей зимней. Давно ее не раскладывал. Вот. Включил печечку. Сегодня греемся газом. Сварил суп. У нас хариус. Хотел сделать малосольчика. Да, думаю, под малосольчика надо было рюмку. Не брал я, к сожалению. А так, на самом деле, надо было. Можно, точнее, было. Вот.
картошка, рыба, лук, морковка, вода и лавровый лист. Да, что еще важно для супа, ухи, называйте как хотите. Что важно? Важно — это вода. А вода у нас чистейшая, горная. Можно сказать, минералка. Сейчас опробуем, покушаем, отдохнем и спать. А с утра будем рыбачить. Ребята, никаких излишков, но это просто великолепно. Вот на самом деле. Никакой там, блин, долбанный Макдональдс или KFC никогда не сравнится с ухой, со свежей рыбы. Вот что важно, именно со свежей. Просто супер. Опять я наложил себе много. Попробую съесть. Собака должна была со мной поехать. Он взял, убежал. Еще в Туруханске. Из лодки выпрыгнул. И убежал. Так-то все повеселее было бы. Да и ему хватило бы покушать. Там кастрюля еще осталась. Привет, друзья! Как вы видите, мы дома. Это значит, пришла корреспонденция ваша. Пришла посылка нам от Павла из Мытищ. Давайте ее скорее посмотрим, откроем, что Павел в этот раз приятного, доброго нам прислал. Такая вот у нас посылочка, пакет, коробка немножко открылась. Ну и начинается для детей у нас сладкие подарки. Ага. А это у нас термобелье. Температура комфорта минус 40, но это прям что-то серьезное. Смотрите, зимой будем использовать, как бы запоминайте, если хорошо себя зарекомендует, то вы можете приобретать такое же. Сейчас мы его достанем, потрогаем, пощупаем, так скажем, своими руками. Ну, такая приятная, хорошее, плотное термобелье, достаточно плотное. У меня есть комплект, но тот у меня совсем тоненький. Такой как бы флисик изнутри, приятненький. Мой 48-й, 46-й размер. У меня 46-48. Ну вот, бельишко классное, сидит как родное. Вообще прям шикарнейшее, не стесняет никаких движений. Настоящее испытание, конечно, мы проведем этому термобелью в самую лютую стужу нашу Туруханскую, когда в минус 50 поедем на реку. Ну а сейчас прям все отлично, все шикарно. Павлу огромная благодарность, очередная. Насте и его супруге, молодцы ребята. Огромное спасибо вам за такие вещи. Ну, в общем, ребята, теперь увидимся на реке. Ну а мы пошли пить чай. До новых встреч. Пока.